27 марта. Обмен телами. Кто родился мужчиной, станет женщиной. Кто родился женщиной, станет мужчиной. И это только начало. Обмен телами. С 27 марта. 10 вечера. 5 комедий о невероятных превращениях. ТНТ. Сегодня как выглядят звезды? Это Андрей Бахтеев. Мы так ждали, когда вы придете без костюма, и вот. Спасибо. Кто такие стилисты? Стилист – это человек, который за твои деньги пойдет с тобой в магазин, чтобы посоветовать тебе за твои деньги купить то, что он очень хотел бы себе. И советы на все случаи жизни. Спид-парад фраз, после которых можно сразу получить по морде. Здравствуйте, это операция «Тайбель и Кипячение». Comedy Club. Сегодня в 10 вечера. На ТНТ. Они организуют праздник. День рождения кота. Мы тебе устроим праздник, улыбайся нам. День рождения ребенка. И сколько же мы бесим. День рождения любимой. Кого они поздравят сегодня? Я тебя люблю. Выходи за меня замуж. Смотри «Офис». Каждый день в 15.00. «Офис». Главные события за неделю по выходным в 8 вечера на ТНТ. Ты Венера. Именно поэтому ты просто вообще от меня без ума. Вместо работы служебные романы. Любовь. Скажите, меня любишь или это просто животная страсть? Ревность. Этого человека я ни на шаг, никакой бабе от тебя не отпущу. Ненависть. Пошла вон отсюда. Как любовь мешает работе. Я хочу просто, чтобы он любил меня. Смотри «Офис». Каждый день в 15.00 на ТНТ. 3 года. В секретных кинозалах ТНТ группа экспертов высшего класса отбирает комедии. В новом году новые хиты из Голливуда. ТНТ-комедия. По будням в 10 вечера на ТНТ.